В Архангельске в скором времени появится университетский кампус. Уже выбрано место в центре города. Регион готовит проект, чтобы получить поддержку на федеральном уровне. И речь не просто про общежитие и спортзалы, а настоящий город в городе для студентов. Сегодня детали обсуждались на совещании в САФУ. Программа создания университетских кампусов появилась в августе. В год науки и технологий такое поручение дал президент. И речь идет не просто про новую инфраструктуру. Кампусы, рассчитывают в федеральном правительстве, станут точками притяжения талантливой молодежи со всей России и из-за рубежа. Их появление от Дальнего Востока до Калининграда создаст интеллектуальный пояс для развития науки и технологий, а также опережающего экономического роста. Студент большую часть времени должен провести в университете, соответственно, он для него должен стать домом родным, соответственно, у него есть возможности выбирать там, образовательное пространство, и границы между факультетами, институтами максимально прозрачные. Это все задает параметры для кампусов, которые будут строиться. Отбор участников программы проводится в соответствии с критериями, утвержденными Миноборнауки. Это и интеграция в городскую среду, и обеспечение потребности проживания более 2500 человек, и участие университетов в программе «Приоритет-2030». И обязательно софинансирование из различных источников, в том числе за счет бизнеса. Бюджетный грант на создание кампуса составит до 60% от стоимости проекта. Заявку от нашего региона сформируют к марту 2022 года. Кампус будет располагаться в центре Архангельска. Более 3700 студентов планируется о том, что будут там находиться и вести свою образовательную и внеобразовательную деятельность. Более 100 тысяч площадей будут и жилых, и многофункционального назначения предполагаться. Поэтому этот проект крайне важен для региона. Надо сказать, что проект будет планироваться к реализации на базе Северного Арктического федерального университета, СГМУ, Федерального центра комплексного изучения Арктики и еще ряда учебных заведений города Архангельска. Что касается тех регионов, что заявки уже подали, из 30 отобраны лучшие 8. Их реализуют уже в этом году. 3 из них полностью обеспечены финансированием. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, регион 29.